Сбрасываем 2 килограмма в течение дня. Для этого нужно купить 1 килограмм свежих огурцов, снять с них кожуру и разделить их на 4 части. Утром съедаем 250 грамм огурцов, при этом чай, кофе без сахара, сколько хотите. Через 4 часа съедаем следующую порцию 250 грамм свежих огурцов без кожуры, без соли, чай, кофе без сахара. И так повторяем еще 2 раза. Последний прием пищи должен быть 18 часов. И не позже 22 часов вы должны лечь спать. Утром вы просыпаетесь, идете на весы и смотрите результат. Всего вам самого доброго, успехов!